Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, шестой день, забираем с тобой сундук. Руны, древесина, листья, рыба, руны. Так, все пропускаем, это мы закрываем. Это тоже закрываем. Так, Беззубик, что ты тут кружишься? Что ты мне тут принесешь? Яйцо. Окей, подняться повыше. Ну, поднимись повыше, посмотри, что там происходит. Здесь мы с тобой забираем тусклый янтарь, 150 штук. Дерево. Еще маленькое дерево. Так, тут у нас готов янтарь. Я могу поставить? Не могу, не хватает. К сожалению, пока. Так, ну что, сразу забираем и отправляем. Так, так. Ну, тут шестеренки. А, нет, руны. Руны. Закройте ворота. Здесь что нам выпадет? Хм, руны. Так, жуткая цыпа. Пускай летит бесплатно. Я могу взять? Могу. Ну, ты сам понимаешь, да? Что вряд ли я успею здесь открыть. Так, а здесь что нам достанется? А ну-ка, порадуй-ка чем-нибудь таким. Заколка, да? Замечательно. Три штучки, три заколки. Забираем. Так, и отправляем тебе, наверное, опять в приключение. Пускай вот сюда летит. Так, Грамгильда. Угу. Тут либо шестеренки, либо... руны. А хотелось бы получить вот это вот. Эх, шестеренки. Ё-моё, ребят. Приключение. Да иди. Блин, конечно, этот крутой прикид. Но мне его никак все равно не получить. Так, ветрокрыл, у тебя хватает ресурсов, чтобы отправить тебя? Хватает. Значит, полетел. Так, здесь еще 2 дня, 17 часов будет выводиться это яйцо. Я не знаю, что там за яйцо на самом деле. Здесь древесина. Так, зачем я рыбу взял, а? Если рыбы и так было много. Кормим. Ловушка, лом. Пускай летит, прокачивается. Ну, это в первую очередь, ребят, нужно заниматься вот этим вот сбором ресурсов. Так, теперь хотелось бы, чтобы вот этот вот... В конце концов, у нас уже такое ощущение, что специально все делается. Просто останавливается там, где мне не нужно, абсолютно. Так, крылатый ужас, лети. Поручите 7 разным драконам добывать древесину. Вот так вот. Здесь нам нужно... Слушай, знаешь, что я не вижу? А где у нас ресурсы? Почему у нас раньше сверху показывали... Ха. А сейчас я этого не вижу. Подожди, а куда меню делось? У нас вот здесь вот... Стоп. Так, рыба. 408 я заберу, пожалуй, да? Покормим или как? Давай, наверное... Я вот даже не знаю, стоит ли кормить. Ну, по идее, стоит. Ага. Какой ты прожорливый, а, весночес. Вот серьезно тебе говорю, ты очень прожорливый. 17, всего лишь 17 миллионов. Может, обучить его? Не хватает. Раньше у нас показывались ресурсы, сейчас я их просто не вижу, ребят. Просто не видно. Они всегда у нас сверху были. Так, а это у нас новенький, да? Обучить его? Или не стоит пока? Так, здесь у нас тоже орлы. Ну, тут понятно, тут не хватает. А здесь... Пускай, наверное, летит за древесиной, а ты полетишь.
Ты полетишь у меня обучаться, хватит нам? Не хватает, все равно полетишь за рыбой. Так, погоди-ка, а где у меня... Че ты там притулился-то, а? Спрятался он, типа я его не вижу. Тоже за рыбой. Ну, здесь вроде бы все. Всем драконам нарезал задачку. Остается лишь забрать всякие наградки. Начнем с бесплатного пака. Смотри, я даже не вижу, ребят, сколько у нас монет Одина. Зашибись. Так, кто это у нас? Злобный змеевик. Ну, насколько я знаю, он у нас есть. Поэтому отпускаем. И рекламный у нас еще пак остался. Монетки Одина. Шторморез, лаворых, острокрылый змеевик. Размягчитель. А, нет, острокоготь. Он, по-моему, тоже у нас есть. Вау, острокогти у нас вообще аж 3 штуки в наличии. Ладно, я его отпустил. Так, зеленая смерть. Треска, тусклый янтарь, как всегда. Без изменений, он мне постоянно что-то в последнее время только треску и приносит. Здесь руночки. Так, пак созревший, да? Ну-ка, давай откроем. Обычный. Крылатый ужас, шторморез. И все. Давай редкий тогда откроем. Пускай он там на активе будет. И здесь получаем с тобой 25 янтаря, 10 листочков. И еще 25 тусклого янтаря. Так, награды. 500 листьев. Слушай, ну неплохо. Все. Здесь что? Блин, сокровище плеваки. Я представляю, что там интересно в этом сокровище плеваки. Ох ты. Страхокол, песчаный призрак, скользкопев, дымомет. Блин, дымомет и глазпин. Да. Было бы круто, конечно. А ведь тут еще вон паки. И листьев целая куча. Ух ты, смотри какой. Ну это крылатый ужас, это есть. Ну, это не очень так себе пак, если честно. А вот что за овцемед? Содержит новичков. Вот. Бронзулет. Кришка Вурскок. Тут такие названия еще. Тут еще какие-то бонусы. Ладно, нас сейчас интересует на самом деле не это, а событие. Событие, подожди-ка, а что это у нас? Я не прошел, что ли, его? А, мы же отказались его проходить, потому что у нас не выходит. А может быть пройти? А как ты пройдешь, если у нас не хватает этих? Да там, блин, этот... Не знаю, ребят, он у нас разносит все. Ладно, давай тогда мы попробуем с тобой вот это вот. Подожди, какой там у нас? Вот, свирепые против хранителей. Это событие у нас коротенькое. Ух ты. Смотри-ка, смотри-ка, какая тут наградка. Давай быстренько попробуем пробежаться. Так, ну что, вначале пак у нас тут будет даваться обычный. Загадочный, как обычно. Но все зависит от того, какие противники. Две волны пока, слава богу. Значит... Тут, как ты понимаешь, лучше всего играть, конечно же, красными. Потому что свирепые против хранителей. Явный намек, да? Что лучше играть красными, если хочешь побеждать. И пока у них тут, естественно, уровень маленький, слабенький, их можно запинывать. А вот дальше я не знаю. У нас две груши и два прилива сил. Давай-ка, наверное, залечим раны. Так, и добивка. Следующая волна. Кто у нас тут? О, этого вообще пока не будем даже трогать. А вот здесь, вот этого надо бомбить. Костолома-то.
Я знаю, его шуточки сейчас начнет тут буянить. Почем зря. Так, раз, два. Да чтоб тебя. Минус. Так, ну что, карапуз. Все прыгаешь тут, все кряхтишь. Потихоньку, да? Броня минус. Он что, обычный, вроде бы щит на себе вешает, да? Насколько я помню. Хотя я могу ошибаться. Ну что, первый бой вроде бы неплох. Крутим наше колесо удачи. И нам выпадает по удаче 15 миллионов древесины. Мало, очень мало. Так, и забираем с тобой загадочный пак. Окей. Он на почту полетел. Сейчас будет драка у нас за 100 рун. Поехали, посмотрим. Но здесь, конечно, хотелось бы получить пак в конце. Я не знаю, там, ребят, какой-то очень прикольный, по крайней мере, выглядит. Так, и у нас здесь два зеленых костолома. Слушай, может быть, нам действительно с тобой глянуть в нашей коллекции драконов, кто у нас еще есть? У нас же, по-моему, Скалотриас есть. Он же тоже свирепый у нас. Против зелени? Ну-ка, зеленые, да, зеленые против нас вообще, ребята, неэффективны. Надо будет сейчас глянуть. Так, сейчас разбег, нет? Нету никакого разбега. Кусаем. Понижаем. Ну что, добьешь? Ать, не хватило чуть-чуть ему. Да капельку буквально. Разбег. Глушит. Так, не забывай, что это первая волна. Сейчас будет вторая. Нам нужно с тобой заруиться-то как-то. Приберечь. Давай-ка я, наверное, хильнусь. Сюда. Да, скалотряс, наверное, здесь был бы хорош. Со своей двойной атакой. Плюс у него есть оглушение. Надо будет глянуть. Опа, и минус громобой. Ну что ты там? Естественно, естественно, свой фаербол выпускает. Расхильнемся. Укус. Блин, единственное, конечно, уровень. Вот уровень у наших, даже если там кто-то есть, там скалотряс тот же самый. Очень маленькие, ребята, левел. Я боюсь, они даже не справятся. Заберем сейчас награду и продолжим. Ну, 100 миллионов древесины, это уже куда ни шло. Так, закрываем и давай посмотрим. 100 рун заберем. Так, отлично. Глядим, кто у нас здесь есть из красных. Хлысторез, кстати, хлысторез 12 уровня, а почему бы и нет? Вместо вот барсика, например. Я думаю, пойдет за милую душу. Пещерный скалотряс у нас всего лишь 10 уровня. Его как-то, я думаю, не стоит брать. А зеленые наносят офигенный урон именно по фиолетовым. То есть, как бы шторморез у меня в зоне риска, да, автоматически становится. Вот, кстати, есть костолом. Блин, ну мы останемся без хила тогда. Если я поставлю его сюда. Ай, даже не знаю, ребят. Мы останемся без хиллера. Шторморез у нас хиллер. Ладно. Блин. Они сейчас, наверное, все будут его бомбить. Давай хотя бы, наверное, один бой попробуем. Вот такой командой. Я не знаю, что из этого у нас получится. Без медика как-то опасно выступать здесь. Нет, наверное, надо было все-таки оставить. Ладно, с кого начнем? Наверное, вот с этого. Хоть они не очень будут... урон нам огромный такой наносить. Но без медика, конечно, идти в бой — это очень рискованно. Так, это что, на себя? Ага.
То есть он блокирует себе все полностью, да? Но усиливает атаку. Такая перспективка что-то мне не особо. О, смотри, смотри, смотри. Специально ведь знает, кого бомбить. Это массовая была атака. Понял. Две волны. Нет, все-таки, наверное, надо брать нам. Слушай, я вот не знаю, кого лучше ставить, этого или этого. Ух. Хорошо, как он массовый бомбит. Давай, наверное, сюда укус. Сейчас мы с тобой костолом одного уничтожим. Мне просто, видишь, не хотелось бы, если я возьму, например, штормореза, я боюсь, что они все начнут его атаковать. Вот все драконы сразу начнут его бомбить. И как бы... Мне вот именно этого не хочется. Мы его так быстро потеряем. Ну... Так, добить сможешь? Сможешь. Почему-то мне кажется, что вот этот костолом он будет посерьезнее, чем вот этот вот. Так. И добиваем. Ну, в принципе, команда красных очень даже неплохо себе показала. Давай что-нибудь путевое. 25 миллионов рыбы. Ну, это не совсем путевое. Ладно. Что выпало, то выпало. Берем с тобой светлый янтарь. И переходим на мини-босика. Это будет предпоследний поединок у нас. Блин, я вот не знаю. Давай все-таки вернем штормореза нам в команду. Трындец, вернул. Надо было делать это раньше. Твою налево. Они абсолютно одинаковые, да? Ладно, начнем с этого, к примеру. Слушай, что-то не... Слушай, у нас же Кривоклык, насколько я помню, имеет вот такую штуку. То есть это массовая защита. Уж не знаю, насколько она хороша. Сейчас заодно и проверим. Мы пока вроде как держим удар. Так, сейчас будет разбег у кого-то. Оглушил. А это сейчас будет из-под тяжка ба... Нет, он бьет другого. Почему? Потому что ему тоже, ребят, невыгодно, да? Пробудить наших. Слушай, смотри-ка. Сделаем так, они сейчас с пониженной броней. Мы еще должны, в принципе, быстренько распинать. Но она, по-моему, всего один ход действует. А, нет, два. Блин, мне не нравится вот здесь вот. Что происходит? Так, Кривоклык, добивай его. А он же сейчас опять будет разбег делать. И наверняка сюда. Хм. Даже не знаю, ну давай вот так вот сделаем. Сейчас он звезданет все-таки, да, наверное? Ху! Ничего себе он бомбит. Воу. Это что-то с чем-то, друзья мои. Вы видели, сколько он дамага наносит? Да, этот дракончик. Будь здоров. Его сейчас уничтожат, скорее всего, нам. Видишь, хила нету. И очень плохо без него. Но он не жилец в любом случае. Даже если он уничтожит, ему все равно крышка. И к тому же это последняя волна. Нормуль. Ну и что же? 175 миллионов рыбы? Окей. Дополнительная попытка она мне не нужна. Дай-ка я все-таки верну. Потому что, тем более, тут мини-босс будет. Как-то вот не хотелось бы. Так, тут 14. Наверное, вот этого будем убирать, а этого вставлять. Хотя этот жарит лучше, потому что у него массовая атака есть. У костолом массовой атаки нет. Ну-ка, шторморезик. Возвращайся в нашу команду. Погнали.
Фух, надеюсь, мы с тобой справимся с боссом. Ну, по крайней мере, у нас есть с тобой прилив сил, есть груши. Уж если что, потратим и таким вот образом справимся. Две волны. Громорог здесь. Так, ну что, наверное, с него начать надо, потому что я не хочу, чтобы он тут пробафал всех, как он это делает обычно. Так, тем более он синий. В отличие от этих, он действительно, ребята, шустрый, синий. Ха. Минус. Опа, 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 кому? А я же говорил, ребята, что так и будет. Они будут атаковать фиолетовую. Видишь, потому что у них по ним усиленная атака идет. Да хорош. Фу, повезло, что он промахнулся. Мне нужно сейчас срочно вылечить раны. Отлично. Добить сможешь? Сможешь. Давай только не разбегайся. Трындец. Он взял и разбежался. Ладно, мы хильнулись. С помощью нашей груши, которая у нас есть. Ну, видишь, что он творит. Он всегда будет его теперь бомбить. На тебе, и добиваем его. Ну что, последняя волна. Здесь у нас три костолома. Начнем, наверное, вот с этого, с дальнего. Так. Слушай-ка, если мы... Не, не будем. Думал понизить им броню, а потом вспомнил, что нам нужно будет залечивать раны. Ну, что-то там. Так, это, наверное, тоже сюда сейчас пропишет. Конечно. Куда же он денется? Я-то думал, сейчас мы этого ушатаем. Так, усиливаем атаку себе. Вау. Тихо-тихо-тихо, ребятули, давай-ка без вот этих вот выкрутасов ваших. Так. Так, сейчас опять сюда бомбанем, да? Нет, криво клыку досталось. Хм. Отлично. Так, этого добиваем с тобой. И остается вот самый главный тут. Портяночник. Но он очень такой жирный довольно-таки. Надо тут ему явно понижать броню. И уже после этого только кусать. Так, понижаем. Интересно, есть эффект накладывания? То есть вот мы два раза в него выстрелили или нету? Ну, то есть, чтобы накладывался на него вот эта вот броня. Так, например, один ход или два хода. Когда ты второй раз бомбишь, оно как бы суммируется. То есть не два уже, а четыре. Четыре хода, например, висит. Не, ну его-то мы запинаем. Его мы с тобой запинаем, это 100%. То есть довольно легкий босс, и само вот это вот событие довольно легкое. Вот как мне показалось. Не знаю, ребят, как вам, пишите в комментах. Все. Меня интересует, что за пак нас ждет. Сейчас мы посмотрим, что нам здесь выпадет, во-первых. Оу, прилив сил, спасибо. А теперь давай посмотрим, что за пак такой интересный. Так, он нам на почту. Кстати, мы здесь с тобой что ли не брали еще? Точно. Берем. Ну что, пора открывать. Начнем с загадочного. Громель, ужасное чудовище, шторморез. Ну, тут все понятно. Тут по стандарту. А вот что здесь? Сокровище плеваки, набор. Так, рыба, рыба, опять рыба. Руны. Да ладно, ну... Ну что это за пак, друзья мои? Ну, я, честно говоря, рассчитывал на что-то лучшее. Кстати, у нас, видишь, если мы с тобой прокачаем за 45 железа, у нас, видимо, будет... А что у нас будет? У нас, наверное, будет... Блин. А, вместимость будет больше, да? То есть на один больше. Мы сейчас можем максимум 3, а будет максимум 4.
Так, ну что, тогда я предлагаю, если мы здесь подрались, забить здесь пак, друзья мои. Один. Ну, а еще с тобой, естественно, пак вождя откроем. При всем при этом. Окей. Так. О, я... Фу ты, нафиг, я уже испугался, ребят, что я забыл драконов поменять. Здесь остается все как было, отлично. Надо было, наверное, с этого начинать. Со скалотряса. Так, один удар, он промахнулся. Окей. Добиваем. Сейчас будет разбег. Ну, естественно, упустит он момент. Твою налево. И этот добьет, да? И этот добивает, естественно, друзья. Так, ну что мы можем сделать? Мы можем сделать с тобой вот так. Пускай он бьет его. Отлично. Еще и усилил себе атаку. То, что нужно для нас. Так, а мы с тобой тогда займемся вот этим. Раз, два. И раз. Так, ты добьешь его? По идее, должен. Да-да-да-да-да. Вот, катись колбаской. Бэм. Сдул его. Ну, а мы, надеюсь, добьем. Шикарно. Так, а здесь у нас прихвостень появляется, да? Окей. Так, шторм... Шипохвост или как-то там величать-то? Шипотень. Тихо-тихо-тихо, не надо. Вот все равно, вот любитель, да, запустить свой фаербол? Смотри, какие они мощные. Эй, хорош. Успокойтесь. Давайте, наверное, вот с этого теперь будем продолжать. Сейчас вмажет масуху, да? Фига, он шпарит. Да, друзья мои, вот такие атаки я мало. Как вот против них бороться? Это еще и усилил себе атаку, прикинь, ко всему прочему. Упс. Упс. Уклонение. Твою налево, нам сейчас просто крупно, ребят, повезло. Повезло тем, что он просто промахнулся. Ага. Бинго. Так, а здесь у нас с тобой громорог. О, ветрокрыл. Наверное, начнем. Я хочу ушатать вначале громорога, потом все-таки ветрокрыла. Так, сделаем. Окей. Так, секунду. О, сразу в минус. Отлично. Потрать, потрать, потрать суперудар. Ну, твою налево. Все-таки, ребят, нам стоит ждать заморозки, судя по всему. Сейчас он воспользуется этим шансом. А нет, смотри. Блин, успели я его раскатать? Вряд ли. Сейчас заморозит. Но барсику нашему крышка. Это точно. И этого, да, усыпил все-таки. Ну что же, вешаем вот так вот и уничтожаем. Давай, давай. Ха-ха, попасть даже не может. Потому что он слепой. Все, друзья. Отлично. Ну вот, как ты видишь, нам выпал обычный пак с тобой. Ну и главное, что пак вождя заработали. Шторморез, парящий прихвостень, вострозуб и кривоклык. Все. Все, друзья мои. Так, сезонный абонемент. Заберем с тобой 10 рун. Сезонный рынок. Сколько там нужно? 750. Ну что, друзья, еще разочек откроем или как? А? Давай открывать тогда еще.
Фух, была не была. Рыба, древесина, рыба. Так-то, тусклый янтарь. Ох ты! Крикошвыр. Блин, так прикольно смотрится. О-хо-хо. Так, срочно-срочно его размещаем. Давай вот сюда, тебе можно? Вот здесь вот будешь стоять у меня. Как он там хоть выглядит? Ну, слушай, прикольненько. Мне нравится. Так, а у нас с тобой есть... Так, ветрокрыл, ты где у меня? Я хочу тебя отправить. Или он у нас уже отправился? Да, он отправился у нас за металлом. Кого-то я хотел прокачать. Ага, весночёса, у меня не хватало. Ну-ка. Друзья мои, 97 уровень он получает. Обучить. Блин, а вот обучить у меня его не получится, к сожалению. Не хватает древесины. То есть это кандидат первый, который получит, наверное, скорее всего, у нас 100 уровень. Ха. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.